Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на блоге MoneyTay, блог о честном заработке в интернете. В данном видеоуроке мы поговорим на тему «Заработок на капчу от 100 рублей». Я вот написал данную статью, с помощью которой проекта можно заработать на капче. Ссылку оставлю под этим видео в описании. Перейдите, здесь подробно все описано. Итак, первый проект RuCaptcha – это самый лучший проект, с помощью которого можно заработать на капче. Нажимаем «Зарегистрироваться». Регистрируемся на данном проекте. Вот, так как я уже зарегистрирован, я просто зайду в свой профиль. Вот, после этого вы сразу же нажимаете «Начни зарабатывать» и выбираете просто только обычные капчи. Можете выбрать, конечно, плюс рекапча. Там, ну, можно выбрать только обычные капчи. Выбирайте вообще, в принципе, все, что вам нравится. Рекапча, это вы поняли, это вот это, где нужно выбрать в квадратиках. Вот, нажимаете старт, и как заработать вот побольше денег. Здесь есть вот написано, ставка увеличивается через 6 часов 9 минут. То есть здесь всегда ставка увеличивается. Вот так вот, капча появилась. Еще проблема в том, что для капчи надо, ну, вообще вам нужен хороший интернет, чтобы здесь нормально зарабатывать. Потому что мы видим, что вот у меня интернет плохой, я вечно жду очень долго капчу. Здесь, значит, вот то, что я начал говорить. После 12 часов ночи капча, вот если она непонятна, мы нажимаем «Не могу разобрать». Капча, значит, увеличивается. То есть она уже будет стоить, если обычная капча, там по 2-3 копейки. Если капча уже какая-то покруче, то до 5 копеек. Вот, как бы, естественно, если вы будете работать много, то вы без проблем сможете насобирать 100 рублей, вот, ну, без всякого вообще, ну, никаких проблем не будет. Также для работников с большим рейтингом тестируем новые задачи, то есть вот у них есть новые задачи здесь. У меня рейтинг небольшой, там от рейтинга от 3. Когда вы добьетесь хорошего рейтинга, то есть, ну, зарабатывая на капче, вы сможете воспользоваться их новыми задачами. А там конкретно пишут о том, что вот, нажав подробнее, здесь можно почитать, что здесь вы сможете рекламировать их как бы сайт на своей страничке и, допустим, получать в районе 10-30 рублей за то, что оно у вас находится на страничке, за то, что там друзья это смотрят активно. Вот, ну, в принципе, почитайте здесь подробно, что написано, и довольно-таки неплохая перспектива, можно тоже неплохо заработать денег. В принципе, на этом все. Вот. Есть еще здесь второй проект «Колоти бабло». Можете его посмотреть. Платит он в долларах. Ну, то же самое, что и RuCaptcha, только здесь чуть-чуть меньше платят. Но все же платят. Вот. За 1000 капч вы будете получать 0,50 центов. 50 центов – это сейчас около 30 рублей. Вот. Ну, судите сами, сколько вы там ведете капч. Сколько сможете, столько и заработаете. Также еще под этим видео оставлю ссылку на страницу 100 сайтов для заработка в интернете. Здесь еще больше различных заработков, заработок на кликах, в социальных сетях, где тоже можно заработать неплохо денег. Кстати, советую попробовать в социальных сетях позарабатывать, там, где вступать в группы, ставить лайки и так далее. Посмотрите видеоурок, как здесь зарабатывать. Там все доступно, рассказано. Ну и остальные виды заработка тоже можете посмотреть. На этом все. Удачи вам. Всего доброго.